Друзья, здравствуйте! Я опять нахожусь в супермаркете «Класс» и посмотрим, какие сейчас акции и скидки. Здесь поставили новогоднюю елку. Она не очень зеленая, ну, не зеленая, скажем так, но все равно классная для настроения. Здесь скидки и акции проходят ежедневно, но я хочу подойти к тому месту, где написано «Сегодня ярмарка». С 21 по 24 ноября опять акции и скидки. Ну, давайте посмотрим, что тут самое интересное можно купить. Вот очень много товара. Сейчас немножко увеличу. Посмотрим и на цены, и на товар. Это колбаска краковская. Она часто бывает в скидке и в росте, и здесь в классе. Вот 12,90 сейчас. Давайте я ближе вам покажу. Вот тут дата. Видите, с 21 по 24 ноября скидочки. Вот так, дальше что 19,90, это у нас крылышки. Вот они, эти крылышки, крылышки к пиву. В общем, это все колбаска, мясные изделия. Сейчас я буду показывать цены. Это товар показываю. Курочка, уже мелкая. Так, куры гриль 18,90. Шинка соковыта 27,90. Колбаски стрелецкие 11,90. Колбаса почелькова 12,90. Так, поехали дальше. Крем, сыр горшковый. Это вот он, наверное, да? 49,90. Это просто сыр какой-то. Какой сейчас посмотрим. Выше подниму телефон. Вот этот сыр Король Данила 18,90. Большая скидка. Крем, сыр из зелени. Вот он. Вот он, зелененький крем. Еще вот такой крем-сыр, вернее. И вот такой вот еще сыр с плесенью. Да? Какая цена? 45,90. И крем-сыр Амерландер Немеччина. Вот он. Вот он, этот сыр. Давайте рассмотрим товар поближе. Дальше пошло сырое мясо. Или колбаски, или курица. Сейчас тоже посмотрим. Это какие-то колбаски, да, это тут что такое. А это шашлык уже маринованный, запакованный. Это просто мясо. Посмотрим сейчас цену. И это куриная корочка. Так, мякоть свинины 144,90. Четверть курочка 72,90. Шашлык уже готовый 149,90. Это все, это цена за килограмм получается. И колбаса украинского гува 139,90. Вот я вам ее тоже только что показывала. Идемте дальше. Там еще кулинария тоже, как обычно, куча скидок. Так, это весы для мяса. Сейчас смотрим, что здесь. А, это креветочки. Скидки. Креветка 28,50. Вот скумбрия 15,90. Вот она. Ну, креветки вареные, а скумбрия сырая, замороженная. Так, еще на выходные будет скидочки форель. 29,90. Давайте посмотрим здесь, какие скидки. Потом тут еще сыры, рыбка. Дойдем до них тоже. Так, сардины. Сардины 39,90. Масло подсолнечное 49,50. Я уже купила в росте, подороже намного. Вот видите, как гречка. Тут гречка часто в скидочке бывает 27,50. Огурчики консервированные, баночка 61,90. Вот они стоят. Так, это кукурузка сладкая. Цена 24,90. Килька черноморская 24,90. Горошек 33,90. Вот я вам показываю эти баночки килька и горошек. Дальше зефирки, чаек смотрим. Зефир 32,90, чай 29,90. Короче, почти сладости. Вот я не знаю, нужно показывать детально. Все это печенье. А, вот эта упаковочка 74,90. Или это, возможно, не особо интересует зрителей. Это кофе Якобс, кава Мелена. 24,90. Не знаю, ни разу не покупала, я пью другой кофе. Так, это Мария, это конфеты. Конфеты 299, дороговато, даже в скидке. Печенье Наполеон
И сидр еще есть. А где этот сидр? Не вижу я что-то. Ну, короче, вот так вот. А, томатная паста, маленький пакетик 9,90. Вот тут, наверное, сидр и пиво с другой стороны, скорее всего. Или что это? Я в алкоголе очень плохо разбираюсь. Да, вот написано сидр, пиво. Поэтому детально показывать не буду. Я все равно толком ничего тут не покажу. Так, сгущеночка. Сгущеночка 39,90 банка. Вот майонез. Майонез. Сейчас посмотрим майонез. А вот майонезный соус салатный 19,90 скидка на него. Вот он соус майонезный. 30% жирность. А кто производитель? Национальные украинские традиции. Салатный. Так, кто виробник? Запоріжжя. Ні разу не покупала, не знаю. Так, ну это чипсы. Вот, куда бы нам еще пройти? Вот тут, смотрите, йогурты. В общем-то, в классе акции скидки постоянно. Вот, и я снимаю тоже часто. И, в принципе, скидки на одни и те же товары. Товары широкого потребления. Да, вот молочко, видите, йогурты, рыбка. Вот, поэтому можно купить. Так, идемте к этим рядам, подойдем, посмотрим, что здесь. Сливочное масло, экстра, столица смаку, ХМЗ, это, наверное, Харьковский молочный завод, молокозавод, да, 49,90. Тоже не знаю, ни разу не брала. Новобаварский масло, тоже 49,90. И масло экстра элитное, полтавщина, 52,90. Тут процентная жирность 82%, это... То, которое 52,90. А тут 73, а тут 81. Это красненькое масло. Идемте сыры рассматривать. Так, сыр Гауда. Вот я уже 100 раз слышала это название. Вот, ну, опять же, сыры я эти не сильно ем. Еще какой-то сыр. Вот такой сыр. Мне нравятся вот или адыгейские, вот такие вот мягенькие сыры. На базаре покупаю. Так, мойва 18,50. Это идет за 100 граммов. Вот эти упаковочки мойвы. Упаковки примерно грамм... А тут написано 185 грамм упаковки. Короче, упаковка 46,62 получается. Так, это семга. Слабосоленая. Филе 189,90. Вот, дальше. Оселедец, филе написано, рыбка уже почищенная, селедочка, ой, как оно все хорошо упаковано, 64,90, и написано патте паста, да, ну, крем из лосося намазывать на хлеб, вот он, это баночка 33,50. Так, колбаска пошла и молочная, вот в росте такие, ну не такие, там тоже скидки получаются, да, идут сейчас. Нориска финская с мяса 29,90. Вот большая скидочка. Вот такие вот упаковочки. Они очень удобно брать с собой в дорогу. Так, молочная колбаса. Смотрим, 64,90. Колбаски с паприкой 49,90. С паприкой это вот они. Башинские колбаски написано с паприкой. Так, все очень аппетитное. Это что у нас? Это у нас буженина по-домашнему 28,90. Колбаска с сыром и шинка экстра. Вот эта шинка экстра. Вот я мне показываю. Идемте еще ряд пройдем. Я, честно говоря, уже не хотела снимать супермаркеты, цены. Вот, ну, как-то люди смотрят это, поэтому такие видео пользуются популярностью почему-то. Поэтому вам поснимаю, ладно уже. А потом будем гулять по Харькову. Так, это что? Это у нас творожок. Сыр кисломолочный 48,90, сметана 32,90, 400 граммов, и тут 20% жирности, столица смаку, это, наверное, Харьков делает. Так, дальше что у нас? Сыр Радамер, сыр сметанковый, кстати, вот сыр сметанковый очень вкусный, я его беру, как ни странно, часто, потому что он мягкий. Вот я люблю мягенькие сыры, вот я вам советую, вам правда понравится. Так, это у нас крем-сыр вершковый написано и сыр тильзит. Вот он слева, это тильзит, а это крем-сыр вершковый 94,90. Так, что еще? Это лакомка, сардельки, лакомка.
9,90 за 100 граммов. Большая скидочка. Филе курячье. Так, филе, это вот кусочки рядышком. Филе курячье. Это колбаска салями. 19,90 за 100 граммов. И грудинка вареного копчена. 27,90. Вам показываю зараз грудинку. Вот какая она красивая. Это грудинка. Это кто-то колбаску краковскую бросил в другом месте. Так, это тоже мини какие-то сосиски с сыром башинские. А что это они? Сейчас посмотрим, сколько они стоят. 69,90. Написано «Балыкище Дарницкий» 49,90. Это цена тоже 100 граммов. Вот он с краю. Так, еще колбаска, варенка. Смотрим, сколько это варенка. Вот эта цена 28. Ну, короче, скидки, да? Вот сосиски и сосиски мини-курячие, мини с курячим филе. Вот, ну, это дети такую любят. Вот такую колбаску. Давайте посмотрим кулинарию. Вот печенюшки. Вот печиво американо 11,90. Бантик листовый 99 гривен. Вот он какой аппетитненький. Ух, он аппетитненький какой. Красота. Так, далее пирожок дрожжевой с яблоком. 17,50. Тут три штучки в упаковке. Вот видите, как это. Ну, вареники. Это классика жанра. Тоже большие красивые вареники. Вареники с картошкой и грибами 8,90. И вареники с мясом 10,90. А еще тут блинчики продают 22,90 на молоке с куркой. Так, вот так тут набирают эти блинчики. А вот еще какие-то красивые с сыром тоже. Шикарные блинчики. Вот так вот. Так, ну что, друзья, я видео заканчиваю. Вот, если интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Сейчас иду уже к выходу. Вот, ну, я бы лучше снимала какие-то прогулки по Харькову, но я смотрю по подписчикам, вам почему-то нравится смотреть на цены в супермаркете. Ладно, раз интересно, то буду показывать и снимать вам такие видео. Все, будем прощаться. Ой, до скорых встреч, до свидания. Вот, напоминаю, что Харьков — это Украина. Сейчас сразу вам покажу фрукты, какие тут сколько стоят. Харьков — это Украина. Тут живут украинцы, которые любят Харьков, любят Украину. Все, до скорых встреч, до свидания. Жду вас на моем канале.